И всем привет, дорогие друзья! С вами, как всегда, Римас и Шимуро. И сегодня мы будем смотреть на вторую часть обновления «Грязные деньги». Вот мы уже подготовились, я, значит, прикупил вот такой вот браулер, ребята. Как тебе, кстати, тачка, братан? Ничего, новая, кстати. Перекрасить надо. А так да, вообще перекрасить. Тема. Мы сейчас что, куда поедем? Поедем тюнинговать ее, да? Да, мы сейчас тюнинганем ее и, естественно, проверим на наших любимых господах полицейских. Почему бы не проверить сразу машину в бою? Да. Кстати говоря, я ее уже проверил немножко. Я потаранился, значит, по городу, и вроде как у нее броня, представляешь? То есть она не ломается. Металл не гнется. Это самое главное. Самое главное, чтобы еще и колеса не ломались. Я имею в виду не это. Ну давай, сделаем как всегда для похода в ночные клубы или все-таки боевую раскраску, как считаешь, броня. Так, ну усиление брони ставлю стандартное. Кстати, ребята, сегодняшний Мурыч у нас богатый, я за его счет, короче, ну, как обычно, как в реальной жизни. При бабках, короче, чувак, а я к нему прицепился, и вот мы сейчас пойдем угорать. Вот смотри, кстати, какой бампер передний. Ага, тема. Вот его оставляй, да. Из задней, а с запаской я не могу поставить. Ну там посмотри, с запаской можно сделать еще. Не могу. Жесть. Крутиться. Крутить не можешь? Ну ладно, сейчас. Шасси, каркас безопасности, посмотри. Это нормально. При перевертыше, я думаю, будет нормально. Движок заменим немножко, но здесь можно разный поставить, но у меня заблокирован. Взрывчатка, ничего не нужно. Клаксон оставим, стандартные фары. Неоновые наборы, цвет неона. Неоновые наборы, естественно, сделаем спереди, сзади и по бокам, все как надо, цвет неона сделаем, соответственно. А пускай будет вот такой какой-нибудь нестандартный, давай ее раскрасим как-нибудь. Предотвращение ущерба крана, номера. Ох ты, номера, по-моему, номера черные появились. А, есть черные, есть еще какие-то? Ладно, черные поставлю. Окраска, значит, основной цвет хромированный. Хромированный не пойдет, конечно, но красота, конечно, да? Классический металлик сделаем какой-нибудь. Блядский цвет сделаем или... Ой. Не, я тоже хочу, ну, это блинский цвет, короче. Можно сделать еще не хромированный, а этот матовый цвет. Посмотри, как будет выглядеть. Ну, это тоже нормально. Но это у нас основной, да? Просто дебильный давай сделаем. Дебильный, давай. По дебильный мы будем все делать. Перламутровый, значит, с отливом. С отливом будет у нас какой-нибудь цвет. А есть поносовый цвет, кстати, посмотри. Начинается, блин. Красный Торино, вот отлив пошел, значит, у нас дополнительный цвет, мне не нравится, кстати говоря. Убери вот его. Ледяной белый. Вот. Слушай, такой тоже нормально, вот. Да. Крыша. Вот это более... подожди, собственно, назад. Нельзя с колесом это поставить, к сожалению. А, нельзя, да? Да. Ну, это нормально, будем ослеплять ментов. Заниженную подвеску ставлю, трансмиссию нельзя, турбонаддув, ребята, черт подери, все что ли, колеса, лоурайдер у нас стоят. Тонировку. Лоурайдер. Подожди, а какие у нас внедорожник должны стоять колеса, правильно? Да, конечно. Внедорожник. Какие-нибудь интересные здесь есть? Ну это какая-то трассовый подожди, вариант. Это внедорожник, подожди-ка. Да. Что-то они какие-то дископрофильные. Ну, вот это нормально, вот этот, который сейчас это выбрал, вот это нормально. Ну, не знаю, надо что-то... Давай внедорожник оставим и поставим просто стандартные диски какие-нибудь. Вот такие, например. Не-не-не, говнище, давай дальше. А что тебе не нравится-то, блин? Я уже купил, ну вот начинается. Я машинами долгое время занимался, я знаю, что надо. Подожди. Во-во-во-во-во-во! Какие? А эти заблокированы. Вот только есть. Вот это тоже бери. Можно? Да, бери. И цвет дисков поставь белый. Либо какой-то там серебристый, светлый, чтобы они переливались. А что-то цвет не могу, подожди-ка. Там цвет колес. Или черный можешь поставить. Ну, черный как-то не это. Во-во-во, вот это нормально. Вот. Хотя это вот. Мой вкус, о вкусах не спорят, конечно. Модификации колес. Атомик. Вот так вот. Далее. Все, что ли? Все, стекла, поехали. Значит. Слабое затемнение сделаем, конечно же. Ну и все, можно отправляться, естественно, по шлюпкам. Вроде бы все у нас готово. Вот это да, ребята, посмотри, какая. Посмотри просто, давай сфотаемся хоть. What the fuck получился у нас. Ну и как тебе? Нормально, в боевых действиях протянет, как думаешь? Сейчас проверим, сейчас посмотрим.
Да, нормальная тачка, мне кажется. Ну что тогда, давай, давай, поехали. Ладно, что тянуть? Да, конечно, давай. Погнали. Поехали. Ну что, сразу же по магазинам. Да, конечно, будем восстанавливать свои расходы. Надеюсь, восстановим свои расходы. Или наоборот, увеличивать их, блядь. Ну посмотри, кстати, я вот врезался, и ни вмятинки, ничего вообще. Я могу сейчас влететь в тачку, смотри. Давай. Пофиг вообще. Слушай, да, нормально. Ей вообще пофиг. Ну что, давай по меткам тогда. Поработаем и посмотрим, сколько звезд мы сможем на ней собрать. Ну нифига себе, 750 тысяч, ты представляешь? Ну, ты нормально так бабло отвалил. Эти бабки я буду сюжет на табазе. Давай, давай. Так, где у нас тут ближайший магазин? Короче, вот по центру езжай, прямо вот так, вот сюда езжай прямо. Да, я вижу. Кстати, что я тебе скажу, я тебе дам сейчас поуправлять тоже. Она управляемая очень. Да? Да, то есть даже на большой скорости я могу заходить в повороты. Единственное, что прям насильно большой, конечно, она не так уж как бы ведет, но вот... Управляется, в принципе, довольно легко, то есть, по идее, поведение у нее хорошее, и это радует. Еще в обновлении «Грязные деньги» ты видел, не видел, добавили, сейчас покажу, вот в интернет зайди, там, короче, есть еще наши с тобой как любимые тачки. Сейчас, где это у нас? Где это у нас? Путешествие, транспорт. Legendary Motorsport, вот она идет первая, да, а вторая идет Vapid Chino. 225 тысяч косарей. 225. И еще вон добавили в эту вот Inveterro Kakuete. Угу. 695 тысяч. Охереть! Ну она, видимо, вот это больше, видишь? Inveterro, вот это вот вообще тема. Ну она бронированная, нет? Она так. Вроде, нет. Еще байк и спорткар, видишь? 200. Проген. Проген Т20. Угу. Вот. Но так как мы больше не по спортивным с тобой специализируемся, естественно... Нам нужно все для эффективного грабежа, поэтому можно, в принципе, выбираться и кричать на продавца. Ты готов? Я готов. Начали. Гони бабки, блин. Грязные свои. О, yes, good, we just... Тихо, стоп, ты чё? Давай, бабки, быстро. Там кассы-то нету, господи, я не туда стрельнул, я думал, касса там. Черт подери, я... Ладно, все, продаем. Давай. Быстро, бегом. Так, две звезды. Там быстро. Мужик. Забираешь? Давай ты собирай. Ага, все, нормально, все прекрасно. Оглушил его. Все, погнали. Забираем звезды, значит, и смотрим, что у нас получится из этого. Все, валим. Будут ли попадать... какой закат, посмотри, какой красивый закат, боже мой. Какой закат красивый. Черт подери, ну сейчас нам не до заката. Давай следующую метку быстро. Бронебойный пистолет. Так, следующую метку сейчас сделаем, подожди. Знаешь, в чем минус? Вот, стекла не бронированные, все остальное. Да, я знаю. Зато вот мы можем швыряться гранатами. Ну, понятно, что можем. Ой-ой-ой, стекол-то нет совсем. Долго мы не выдержим, я чувствую. Нормально выдержим, сейчас батя все покажет, как надо выдержать. Давай. Давай, выкидывай меня. Выбегай. Давай. Вот так вот. Ты выкинулся сам. Так, я вынужден применять артиллерию крайне жесткую. Чувствую, мы сейчас отлетать будем, потому что там... Очень много. Бегом. Давай, главное выдержать на этой машине как можно. Ты меня прикрывай, самое главное. Прикрывай. Да прикрываю-то, блин. Быстро. Чувак, нам придется вместе забегать, я чувствую, потому что других путей не будет. У меня патроны кончились. Черт подери. Да, хорошо, все. Ты мне будешь нужен. Надо за патронами. Черт подери. Да что ты, блин, встал тут? Да блин! Давай скорее! Давай. Все, сваливай. Сваливай. Отстреливайся как можешь. Двери нет у тебя! Чёрт подери, подстава! Подожди, двери нет, что делать будем, братан? 4 звезды, двери нет. Ничего, продержишь. Можно дольше. Короче, я предлагаю тебе сейчас отъехать в сторону поезда. Ты знаешь где-нибудь метку ближайшего поезда, который собака здесь летает где-то? А мы, кажется, под тоннелем, если я не ошибаюсь. Мы под тоннелем? Или над тоннелем, ты имеешь в виду? А, то есть надо. Тоннелем, да. Произошло. Как мы оказались под тоннелем, да? Да, над тоннелем. Блин, уйти придется крайне тяжело, мне кажется. Ничего страшного, мы сейчас по берегу смотрим. Ой, какая красота, смотри, мы тут рыбачат просто. Да, рыбачат. На тебе, проверяем на прочность. Слушай, реально бронированная машина. А там, кстати, когда ты тюнинговал, я забыл-то спросить, там была возможность это... Стекла сделать бронированные? Да, ну и вообще броню прибавить там.
Ну вот сама, видишь, моя машина, она бронированная. То есть она, видишь, сама не гнется, ничего. Минус, вот. Минус вертолет, ребят, вы это видели? Бац! Красота! Кто это видел? Я не видел, черт подери, я за рулем был. А, не да, знаю, не было там возможности, видишь, стекла сделать, к сожалению. И поэтому, блин, вот это вот печаль. А так тачка просто крутая. Посмотри, как она едет. Ага, вообще и, офигенно. И скорость замечательная. Награду получил до самого неба. У нее и маневренность отличная. Нам бы сейчас до поезда добраться куда-нибудь. Ну попробуй пока по вертолетам тогда поработать, да? Да их нету пока, да-да-да. Ой, какой закат, ребята, вы это видите. Так, как сразу, тихо-тихо. Опа, ага, нормально, все нормально. Давай вверх, правее и я вверх. Я знаю! Что ты знаешь? А, да, да, реально ты знаешь. Что ты знаешь? Я говорю, да. Я первый раз здесь. Кстати, я здесь тоже первый раз. Тут, наверное, крыс много. Бомжи. Здесь черепашки-ниндзя живут. Подожди, там лестница куда-то... Интересно. Офигеть! Здесь надо устраивать сходки для банды. Да, да, да. Ребята, я этого не видел ни разу. Вот здесь бойцовский клуб надо делать на самом деле. Да-да-да, вот здесь вот машину поставил. Ой, да, что-то по карте я не могу этот. Карту открыть нормально. Так, сейчас посмотрим. Такой хоррор в GTA. Ребята, кто это видит? Просто невероятно. Офигенно, вот да? Вот это жесть, да. Нас потеряли, кстати, из виду. А здесь вообще скрыться изи. Ладно, сейчас поедем дальше проверять нашу пилюлечку. Но мы ушли. Денежку переведи-то себе на счет. А, да, кстати, да, забыл. Не забыть, пока есть время. Забыл. Сейчас поедем дальше. ХП, блин, до половины только восстановилось. Слушай, что за сеть такая, тоннели? Тоннели, куда оно ведет? Давай посмотрим. Офигеть. 4000. Да, я такой богатый. Подожди. 7926 баксов у меня. Сейчас от копов уйдем и, соответственно, проедемся. Посмотри, какая сеть большая. Угу. Я первый раз такое вижу. Ладно, все, поехали. И копы сюда это не заходят, они даже не думают об этом. Ну конечно, тут... Нет, тут реально, смотри, какие тоннели прям. Угу. Вода, говно, там. Правда, воняет, ну пойдет. Да ладно, все, ушли. Да ладно, джи-джи. Опа, опа, давай, 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 дальше, езжай. Езжай, посмотрим. Выезжаем отсюда теперь. Посмотрим, что здесь есть там дальше. Офигеть вообще. На улице уже, да? Понятно. Да, поехали. А это мы куда? Я хз. Это мы где вообще? Черт подери. Чувак, да. Это метро, что ли? Метро, да. Не понял. Слушай, офигенно вообще. Так, а где выход-то? Ладно, давай проверим. Давай проверим свою удачу. Давай. А вдруг сейчас встреча метро. Отсюда? Я не знаю. Так, здесь смотри, бандитская разборка здесь, кстати, рядом. А кто так может? Вот. Черт подери. Переворачивайся. Что-то ты, походу, физику опрокинул, реально. Так, тихо. Сила притяжения. Ладно, а чё, почему нет? Это же метро. Ой, там везде красные фонари, там, по-моему, поезд едет слева, ой, справа. Поэтому я не знаю, как выехать отсюда. А нет, вон вижу. Все нормально. Изи, ребята, смотрите, какая красивая луна, ребята, вы просто порвали. Что за бомбанет? Я ничего не видел. Ладно, давай, поехали дальше. Капот, что дальше попробовать? Я не знаю, что. Ладно, поехали. Давай попробуем действовать. Вон там туфелька, кстати, шлюпочная. Давай. Знал, что шлюпки в игре повышают выносливость? Ай-яй-яй. Да ладно. Да. Выносливость. Реально что? Пойдем, я хочу прокачать выносливость, реально. А вот, смотри, дыра. Вот налево, вот так вот, прекрасно. Давай прокачаем выносливость. Прокачиваем выносливость, дорогие друзья. Там нет ничего, мне кажется. Ну давай зайдем, может быть, какая-то шлюпка найдется. Да что там найдется? Там, блин, там не снять никого сейчас, ничего, там без пушки нужно идти. No guns here, окей. И девчонки там, штуку? Мне кажется. Ну здесь просто стриптизерши как бы танцуют. Помнишь, мы как-то с тобой зашли, не было баб. Одни мужики сидели. Смотри, стоит, тот соблазняет мужика. На приватный танец. Ну не знаю. Ты бы взял ее на приватный танец? Ну не сегодня, давай потом отдохнем. Ну, это страшно. Сегодня поработать надо, потом. Да. Вон еще какая-то, посмотри. Вот это более. Вот это да.
Вот это же. Ну, она не так уж прям красивая, но у нее. Да, не вот такая, это... да, я просто в тени. Они, это здесь специально приглушенное освещение, чтобы клиенты рассмотреть хорошо не могли. Ну ладно. Ведь формы. Чувствую это именно так. Ладно, все, пошли тогда отсюда. Эх, смотрю. Вот этот мне пацан не нравится. Босс! Вот этот. Который постоянно пистолеты просит убрать, блин. Все нормально. Все нормально? Все? Да. Тебя никто не обижает? Нет, все нормально. Все, пошли. Жалко, машина прокоцанная у нас немножко. Давай, давай, копов пока нет. А, пацану мы дали люлей. Можно все, двигаться. Поехали. Сзади есть магазинчик. О, давай, 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 как раз заедем. Там. Я хочу испробовать свой проверенный, естественно, метод ограбления. Поэтому сейчас я так и сделаю. Сейчас. Сейчас. Только ты это. Не рекомендую тебе. Не рекомендую тебе. А! Понял! Ты нормально скажешь? Не рекомендую тебе. Бедный мужик, смотри. Так, там две кассы загорелись. Там что-то загорелось, бро. Давай, бери кассы. Я тебя подожду. Давай, 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 бомби. Давай 5 звезд попробуем набрать на этом бичевне. На этой бичевне. Надо было, кстати, бронежилеты взять. А эта касса открыта. А это? Быстрее. Вертолет уже? Открыто. Вертолет все, уже забирай кассу. 1188 золотых монет ходил. Баксов мысли. Играл. В ММОшку какую-то, что ли, я не понял. Че у тебя там за золотые монеты пошли? Поехали. Поехали. Вин-ди-брин-ди-брин-ди-ди-ди-ди. Любую метку. Бронебойный пистолет. Нет, сейчас через аэропорт. Метку на аэропорт. Дорога. Будем со звездами брать сейчас. Да, дорога в аэропорт. Быстрее, братан. Нам нужен аэропорт. Все. Ой-ой-ой, что-то с дисками. Нет, не знаю. Нет, все в порядке. Метка есть? Да что она не ставится? О, есть. Но мы с тобой. Поехали. Все. Заметил, все. Как мы долго живем? Да мы с тобой профессионалы. Да, ребята, напишите хэштег. Вы профессионалы. Все, поехали. Хэштег. Бро, это... Вертолет. Шину пробили. Диска нет. Слушай, а без диска она красивее смотрится. Ну да, да. Шины без нет. Резины вообще красиво смотрится. Смотри, как красиво прям. Офигенно. Ну да, правда едет... Кстати, едет нормально. Очень круто. Ой-ой-ой. Да, нормально едет. Главное выдержать на этой машине. Это наш челлендж, понимаешь? Так, 3 звезды у нас пока. Мы убили одного мента. Сейчас в аэропорт на самолете и улетаем отсюда. Черт подери. Я не знаю, сможем ли мы убраться. Уберемся. Блин, машина просто выдерживает. Сядем. Заметь, нас не могут убить. Ты сядешь на место пилота? Да как хочешь. Давай я. Давай ты. Так. Подожди, надо было... Правее. А, вот здесь, вот на правее. Вот здесь. Ага. Ай, давай, да, прямо. Ай, ушел, ай, молодец. Как обычно, приземление. Так, нормально, да. Налево сейчас и аккуратно заезжаем. Уэнди-бэди. Кстати, реактивный самолет может появиться здесь. Да ладно, не может быть. Да, может, смотри, показываю. Заезжаем в ангар. И там стоит, да ничего там не стоит, потому что ни у кого из нас его нет. Там так, хер так. Стоит только толстый вам. Давай кукурузник возьмем. Давай лайнер возьмем. Лайнер? В него можно зайти. Просто там вход сверху. Нельзя? Можешь, что ли? Я не знаю. Ну, мы попробуем. Не, можно только в одиночной игре. Ай-яй-яй-яй-яй, да. Ты опять как мешок, ладно, все, любой. Бери, садись. Давай. Чувак, мы возьмем вертушку, ты не против? Он не против. Он точно не против. Так, все, садись. Поехали. Давай, бро, я смогу стрелять с пилюлечки. Так, хорошо, понеслась. Чем больше вертолетов заберем с собой, вражеских, значит, тем лучше. Только разворачивайся нормально, чтобы я мог стрелять по ним. What the fuck? Сейчас будут воздушные бои, дорогие друзья. Давай, распиливай его. Вот так. Минус один. Нормально. Не падай. Ой-ой-ой, нормально. Мы дымимся. Не, это нормально, это дымовушку я кинул просто. Все, поехали дальше, не переживай. Нифига ты.
Нифига ты. И на военную базу с парашютов летим. На военную. Давай, ставь метку. Поехали, поехали. Ты что, не знаешь, что ли, не выучил еще? Ёлки-палки, мы там столько раз были. Давай попробуем все сделать за одну жизнь. Я не знаю, сможем ли мы. Дотянет ли наш вертак, кстати? Вон метка пошла. Да подожди, я этого индейца заберу. Метка пошла. Нет, не режь, мы потеряем вертолет. Не потеряем, нормально все. Батя знает, что делать. Вот так вот. Распиливает. Вот так вот. Я же сижу рядом. Ну ты просто пригнись, и все будет нормально. Сейчас, подожди, сейчас сделаем. У нас уже с пешком проблема, бро. Да? Ну ладно, свали. Короче, мочи. Проблема. Я замочу его и так, да. Правда, нужно, чтобы он был справа, как бы от нашего вертолета, чтобы я мог стрелять. Нет, ну ты сейчас разворачивай. Я не могу спиной стрелять, как бы. Давай, стреляй. Стреляю, но по винту не хочу, хочу в пилота именно. Мне нравится пилотов снимать. Полетели, не отвлекайся на них, просто пускай заходят. О, минус пилот. О, минус красавчик, пилот, все, валим. Бенч. Валим, все. Поедик. Так, давай, сзади там идет. Что там, на пляже кто-то отдыхает? Нет, ночью никто, вряд ли кто-то ночью будет отдыхать. Летим, за одну жизнь все. Представляешь, нас еще ни разу не убили с тобой. Вот это выживание, дорогие друзья, просто... кто это видел? Вот это выживание. Ты не снижаешь? Не снижаешься там? Выше бери. Надо по диагонали уже лететь, бро. По диагонали. Да хочу кого-нибудь взорвать, хочу, блянь. Сейчас, подожди. Ты же взорвал вертолет. Да? Вон. Давай дальше. Блин, мы не можем, да, взлететь? Все, с движком беда. Да, что-то движок не тащит. Убей этого гандона. Ну, я не могу развернуться на него. Я только на другого могу развернуться. Вот он снизу там. Эх, плохая позиция у меня. Видишь, они как раз заходят слева, гады, а? Никто не заходит справа. Я не могу просадить по ним. Тихо. Развернись боком резко. Разворачивайся. Давай. Ну уже. Слышу их крики. Так, сейчас на военную базу прыгнем и танк заберем. Мы практически у военной. Давай, практически военной. Немного осталось. Если что, сразу выпрыгивай с парашютами, летим на военный, уже пищит вертолет. Ты слышишь? Так, давай, сваливаем. Все, нам пиздец. Выходим. На военный оставалось. Там пару метров. Неудача. Но все равно, мне кажется, мы продержались долго. Ну и посмотрели, в принципе, обновление. Все-таки это, ну, показать нужно было машину, соответственно, и самим проверить. Так что, ребята, не стесняйтесь поставить большой палец вверх, если вам понравилась, соответственно, серия. Ну, а с вами были, как всегда, Римас и Шимуро. Всем удачи. Всем пока!